Хорошо, а такой вопрос. Если у вас дома сломается холодильник или стиральная машина, телевизор, вы вызовите мастера, чтобы починить? Вызову мастера. Или вы новый просто купите? Я вызову мастера починить. Угу. Попробую. Что вы думаете про людей, которые как раз таки все время меняют, выбрасывают и вот тем самым экологические какие-то проблемы создают? Ну, запретить мы этого не можем, но люди действительно должны обновлять технику. Машины же мы тоже обновляем, я не часто, но обновляю. Если вы спрашиваете у меня, то меня техника не делает лучше. Я, наверное, иногда могу сделать технику лучше. Но техника меня точно не формирует мое мировоззрение, характер и так далее. Техника мне сопутственно только помогает. Вот и все. И насколько я знаю своих близких, у них точно они так же поступают, как и я. Они, наверное, не имеют возможности, такого купечества в них не прослеживается, чтобы они могли позволить себе, сломалась там ручка у холодильника, я его выкину и куплю новый. Ну или там что-то такое. Нет, или телевизор там. Нет. Я думаю, что мое окружение этим не страдает.